Друзья, приветствую вас на медицинском канале. Еще пару десятилетий назад никто, кроме самых продвинутых пасечников, не знал, что такое пчелиная перга. Да и сейчас многие люди, занятые своим здоровьем, не в курсе. Этого уникального продукта никогда не бывает много, так как производится он пчелами в ограниченном количестве. С древних времен люди, которые регулярно употребляли пергу, по легендам жили до 300 лет. Перга признана лекарством еще до того, как ученые доказали ее высокую биологическую активность. Очень подкупает и то, что пчеловоды еще не научились пергу подделывать, как это они с успехом проделывают с медом. Как же получают перву? Во время сбора медоносные пчелы обрабатывают пыльцу слюной, прикрепляют к задним ножкам и доставляют в улей. Однократное количество принесенной одной пчелой пыльцы составляет до 45 мг. Пыльца, попавшая в улей от пчел-сборщиц, переходит к нелетным насекомым. После повторной обработки продукта в своем зобе слюной, они складывают так называемую обножку, то есть обработанную слюной пыльцу, в сотовые ячейки. Предпочтение для складирования пыльцы пчелы отдают темным и старым сотам, утрамбовывая ее на глубину до 2/3, после чего заливают ее свежим медом и запечатывают воском. Вот таким способом и получается перга, которая по сути является обработанной цветочной пыльцой, предназначенной для длительного хранения в улье. В процессе сбережения в сотах пыльца консервируется и дегидрируется. Зачастую пыльца сложена в ячейке сот слоями, отличающимися по цвету из-за разных растений медоносов. В итоге всех пчелиных манипуляций получается продукт в виде плотных шестиугольных брусочков, иногда разделенных на гранулы. Структура перги подобна хлебу, вкус продукта сладкий, либо сладковато-кислый, иногда с легкой горчинкой, напоминающий поливитаминные препараты. Ферментированная пыльца имеет приятный нежный аромат. Как хранить пергу? Хранить пчелиную пергу необходимо только в холодильнике или в темном, сухом, прохладном месте, типа подвала. В ином месте она быстро высыхает, а в условиях повышенной влажности плесневеет. В перге много полезных веществ, благотворно влияющих на здоровье человека. Так пыльца одуванчика и осота богата каротиноидами, которые в организме человека превращаются в витамин А, ретинол, позволяющий избежать ослабления зрения. Ежедневное употребление 5 грамм перги в течение 3 недель создает необходимые запасы этого витамина в организме человека на период, когда поступление каротиноидов с другими источниками питания ограничено. В перге содержатся стерины, преобразующиеся в организме человека витамин D, кальциферол, необходимый в частности для выработки гормона, ответственного за формирование и прочность костей. При употреблении 1,5-2 грамм перги в день человек может полностью удовлетворить свою потребность в этом витамине и тем самым укрепить мышцы и кости. Особенно это важно для пожилых людей, у которых хрупкость костей увеличена. Богата перга и витамином Е, токоферолом. Он предохраняет липиды мембран от окислительного разрушения, что особенно важно при воздействии на кожу прямых солнечных лучей. Недостаток витамина Е проявляется в апатии, неврозах, расстройстве движений, ослаблении скелетных мышц. Возможно, с действием этого витамина связано увеличение потенции при приеме перги. Для обеспечения суточной потребности в витамине Е человеку достаточно съедать 5 грамм перги в день. Количество в перге витамина С, лечебное профилактическое действие, которое всем хорошо известно, зависит от ее ботанического происхождения. Этим витамином богата пыльца вербы, более 2 мг на грамм. Для предотвращения цинги достаточно потреблять 10 мг витамина С в сутки. Такое его количество содержится в 5-6 граммах перги. Перга может служить дополнительным источником и витаминов группы В, недостаток которых проявляется в нарушении работы нервной системы, плохом аппетите, одышке, расстройствах желудочно-кишечного тракта, отечности рук и ног, болевых ощущениях в ногах.
Арахидоновые, линолевые и линоленовые кислоты, также содержащиеся в пирге, являются предшественники простагландинов, гормонов, регулирующих деятельность мужской репродуктивной системы. Особенно много этих кислот в пильце одуванчика. Уникальность пирги как лечебного продукта заключается в наличии в ней одновременно всех аминокислот. Она регулирует в организме человека биохимические процессы, ответственные за поддержание жизни. Их присутствие объясняется эффективное ранозаживляющее действие пирги. Помимо вхождения в состав белка, отдельные аминокислоты самостоятельно влияют на процессы, протекающие в организме. Например, аргинин стимулирует работу иммунной системы и гормона роста человека. Глутаминовая кислота необходима для роста и нормального развития мышц, способствует поддержанию нормального кислотно-щелочного баланса. Серин участвует в метаболизме жиров, выработке антител. С тирозином связано развитие памяти, выработка адреналина. Данную аминокислоту, как и триптофан, используют для лечения наркозависимости от кокаина. Лизин защищает организм человека от некоторых вирусов. По аминокислотному составу белки пыльцы близки к белкам мяса, яйца и других высокоусвояемых продуктов. Конечно, аминокислотный состав пыльцевых зерен различных растений не одинаков, как и количество белка в них. Например, в пыльце одуванчика белка 14%, подсолнечника и фацелии по 27%, дуба по 35%. Как же применять пиргу? Пиргу нужно применять 2, а порой и 3 раза в день. Больше не потребуется. Причем дневную дозу, чайную ложку, нужно разделить на все приемы. Лучше усваивается, а также показывает максимальный эффект этот продукт, если пить его за полчаса перед тем, как принимать пищу, то есть до еды. Пиргу следует положить под язык и оставить там до полного рассасывания, не запивая ничем. После приема можно съесть ложечку меда или выпить несколько глотков цельного молока. Длительность приема зависит от многих факторов. Оптимальная длительность приема 3 недели – месяц. Если вы желаете продолжить курс лечения посредством пирги, стоит сделать перерыв не менее чем на 10 дней, чтобы организм отдохнул. Увеличение массы разовой дозы не дает значительного эффекта, так как стимул организма обеспечивает именно эта дозировка, а остальное просто употребляется как калорийное питание. На основе вышеперечисленных свойств можно говорить о применении пирги. В неврологии, как мягкое психотропное средство, хорошие результаты достигнуты при лечении лиц, склонных к депрессии. Прием пирги повышает настроение, исчезает уныние. Эти свойства связаны с присутствием витамина Е, каротиноидов, витамина С, аминокислот, содержащих сульгидрильные группы. Кардиологии способствует улучшению обменных процессов в миокарде, повышению его сократительной функции и переносимости физических нагрузок. В гастроэнтерологии положительный эффект отмечается при лечении хронических гастритов, энтеритов и колитов. Пирга нормализует функции кишечника. Для лечения легких форм анемии. При лечении ожирения методом голодания состав пирги предотвращает уменьшение массы за счет распада белков. Масса тела уменьшается за счет сгорания жира. В урологии при лечении простатита и других нарушений половой сферы. В онкологии как восстановительное средство в период химиотерапии. При стрессовых ситуациях. При значительных физических и умственных нагрузках. Для профилактики ОРВИ и гриппа. При признаках иммунодефицита. При синдроме хронической усталости. Для быстрого восстановления сил после перенесенных заболеваний. И не забывайте о том, что при анализе долгожителей в мире старше 100 лет было выявлено, что в большинстве своем они пчеловоды, ежедневно потребляющие пиргу или пыльцу. Народная медицина накопила ряд рецептов применения пирги для лечения различных заболеваний, о которых мы сейчас и поговорим, но немножко позже.
Перед тем, как непосредственно перейти к рецептам для лечения различных заболеваний пергой, еще несколько слов о сочетании перги с медом. Народные целители рекомендуют для усиления лечебного эффекта лучше применять пергу именно с медом. Эффект увеличивается вдвое, поэтому излечиться от заболеваний и недугов становится намного легче. Такое сочетание с медом рекомендовано для лечения следующих заболеваний. Нарушение работы сердца, сердечной мышцы, нарушение мозгового кровообращения и микроциркуляции сосудов, повышенное пониженное артериальное давление, дисфункция желудочно-кишечного тракта, анемия малокровия, послеоперационные последствия состояния, простатит, период климакса, склероз. Учитывая вышеуказанные заболевания, принимать мед с пергой или хлебный мед, как его называют, лучше за несколько минут до завтрака, запивая небольшим количеством теплой воды. Обычно смешивают одну часть перги и две части меда. Рекомендуемая доза для взрослых составляет 1 чайная ложка. Для детей до 12 лет не более 0,5 чайной ложки. Если же человек оказывается под чрезмерной умственной и физической нагрузкой, то дозу можно увеличить, принимая мед с пергой днем и вечером. Применение перги в профилактических целях. Пчелиный хлеб повышает иммунитет организма. Его можно использовать как профилактическое средство при эпидемиях простудных заболеваний. Перга является одним из лучших природных антиоксидантов. Решить проблемы, связанные со снижением памяти, переутомлением, головными болями и стрессом, также поможет перга. Это связано с наличием в ней большого количества легко усваиваемых углеводных соединений, способствующих укреплению стенок сосудов головного мозга, что в свою очередь снижает риск развития инсульта и осуществляет общее питание отделов мозга. Например, если деятельность человека связана с высокими психическими и эмоциональными нагрузками, как работа с людьми, ответственные должности и так далее, это приводит к большим энергетическим затратам нашей нервной системы. Для людей таких профессий профилактический прием перги станет спасением от нервных срывов и переутомления. У пожилых людей часто нарушается обмен веществ из-за необратимых процессов старения в организме. Перга помогает эти процессы затормозить и даже повернуть вспять. Об этом свидетельствует тот факт, что среди пчеловодов очень много долгожителей. Профилактический прием этого продукта пчеловодства для пожилых людей не просто необходим, а обязателен. Немаловажную роль перга играет в укреплении костной ткани. Она содержит большое количество стеринов, в результате переработки которых наш организм вырабатывает витамин D. Он стимулирует производство гормона, контролирующего состояние и рост наших костных тканей. Суточная доза должна быть не менее 1,5-2 грамма. Это количество пыльцы восполнит потребность организма в витамине D. Рецепт при простуде. При гриппе, простуде и ЭРВИ, который сопровождается высокой температурой и сильным кашлем, хорошо помогает такое лечение. Детям надо кушать по 0,5 грамма перги трижды в день, взрослым по 2 грамма. Курс лечения 60-100 грамм пчелиного хлеба или перги. Еще один рецепт. При первых симптомах простуды нужно приготовить отвар ромашки. 2 фильтра пакетика на стакан кипятка. Отвар остудить, добавить в стакан 15 грамм меда. Рассосать 3 чайные ложки перги и запить ее отваром. Прием смеси повторить через 6 часов. Еще один рецепт при заболевании органов дыхания. Эффективен этот продукт и при пневмонии, абсцессе, бронхите, сопровождающейся гнойной интоксикацией. Хорошо помогает при хроническом течении болезни. Принимать необходимо в смеси с медом в равных частях. Ученые проводили исследования и давали пергу больным при лечении таких заболеваний, как колит, гастрит, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки. Самое удивительное, что даже болезненная микрофлора желудка начинала реагировать на пергу в организме, и микрофлора начинала очень быстро восстанавливаться. На третий или четвертый день при приеме перги были отмечены поразительные результаты. Микрофлора больного мало чем отличалась от микрофлоры здорового человека. Пчелиный хлеб задерживает рост патогенных микроорганизмов в кишке. Хорошо регулируют его функции и восстанавливают слизистую кишечника и его микрофлору. Для того, чтобы лечить заболевания желудочно-кишечного тракта с помощью перги, нужно давать по 2 или 4 грамма не менее 3 раз в день или принимать смеси с медом в равных частях. А вот при изжоге, разведенные питьевой водой пергу принимают за 50-60 минут до трапезы.
При диарее, запоре и других нарушениях в работе пищеварительной системы пергу принимает по пол чайной ложки трижды в сутки. Курс лечения от 30 до 42 дней. При панкреатите. Панкреатит – это заболевание поджелудочной железы, которое связано с недостаточным или избыточным выработком поджелудочной железой ферментов. Обычно панкреатит имеет хроническую форму. Лечение пчелиной пергой этого заболевания должно продолжаться полтора месяца. Целители рекомендуют принимать по одной чайной ложке перги за 25 минут до еды утром и вечером. В течение курса лечения, чтобы достичь хорошего эффекта, хорошо еще пить лекарственные травяные отвары. Если кислотность желудка повышена, то пергу принимать нужно за 1,5 часа до еды, но если пропустили прием, то через 3 часа после еды. При этом разводить пергу необходимо теплой водой. При пониженной кислотности принимать прямо перед едой, и разводить ее нужно холодной водой. При хронических заболеваниях почек смешайте пергу с медом в соотношении 1 к 1 и принимайте по десертной ложке 3 раза в день до приема пищи за 20 минут. Курс лечения 1,5 месяца. Повторять лечение можно после 2-недельного перерыва. А вот при заболеваниях печени принимает пергу 3-4 раза в день. Как правило, снижается и полностью исчезает боль в правом подреберье, нормализуется билирубин в крови, улучшается аппетит. Пергу рекомендуется принимать при различных гепатитах, циррозе печени и холецистите. Следующий рецепт – гипертония, повышенное давление. Особо эффективно применение перги при начальных стадиях заболевания. В результате лечения сосуды укрепляются и становятся эластичными. Рассасываются холестериновые бляшки, улучшается мозговое кровообращение. Эффект наступает сразу же, в течение первых часов после начала приема препарата. Как же правильно принимать? Курс лечения 1 месяц, 3 раза в день по пол чайной ложки. Пить за 30 минут до еды. При необходимости прием можно продолжить, но обязательно нужно сделать 2-недельный перерыв. Еще один рецепт приема перги, который поможет снизить высокое давление. Надо принимать по 1 чайной ложечке 3 раза в день смесь перги с медом в соотношении 1 к 2. Курс приема 2 месяца. В это время желательно пить травяные отвары от давления для усиления лечебного эффекта. А вот при гипотонии, пониженном давлении, в данном случае перга является одним из лучших средств для лечения заболевания. Действует мягко, стимулирует защитные силы организма. Принимать препарат нужно после приема пищи. Для этого следует смешать пергу с натуральным медом в равном соотношении и принимать по чайной ложке смесь 2 раза в день через 1/4 часа после еды. Курс лечения не менее 3 недель подряд. Для восстановления организма после инсульта и для профилактики пергу или пчелиный хлеб пьют по 5 грамм в сутки, разделив на 2 приема. Аденома. Пергу причисляют к природным энергетикам и афродизиакам. Она способна улучшить работоспособность и сексуальное влечение. А наличие цинка, основного элемента мужского здоровья, делает пчелиный продукт незаменимым средством для восстановления репродуктивной функции. Цинк способствует качественному сперматогенезу и эффективной работе простаты. Рецепт для лечения простатита пергой. Существует 2 метода терапии простатита пергой. Медики советуют при простатите принимать пчелиный хлеб как перорально, так и готовить из него свечи для ректального введения. Пчелиный хлеб, друзья, это перга. Применение свечей из продуктов пчеловодства дает прекрасные результаты для врачевания мужских патологий. Свечи способны улучшить местный кровоток, уменьшить воспалительные реакции, устранить болезненные ощущения, нормализовать половую жизнь. Чтобы приготовить свечи из пчелиного хлеба или перги, необходимо смешать мед и пергу в равных количествах. Если мед засахарился, его можно слегка растопить. Когда смесь остынет, из нее формируют тонкие свечи и помещают их в холодильник. Применять такие свечи нужно ежедневно. Вводят их ректально перед сном. И еще пергу необходимо принимать перорально. Использовать пчелиный продукт в виде лекарства немного проще, но для получения быстрого результата лучше комбинировать 2 способа. Если по каким-то причинам придется отказаться от применения свечей, эффект от приема перги внутрь перорально все равно будет ощутимым. В лечебных целях необходимо принимать
целебные гранулы пирги ежедневно утром, сразу после сна. Разовая дозировка должна не превышать 1 чайной ложки продукта. Такую терапию проводят на протяжении 3 месяцев. А вот для профилактики простатита и аденомы рекомендуется принимать всем мужчинам старше 45 лет. Принимать так же, как и для стимуляции потенции, 2 раза в день по чайной ложечке за час до еды или через час после приема пищи. Регулярное применение позволит увеличить количество и подвижность активных сперматозоидов в несколько раз. Параллельно с этим возрастает сексуальная выносливость, что играет важную роль в отношениях между партнерами. Кроме того, мужчины могут контролировать ранние семяизвержения, продлевая сам процесс полового акта. При лечении же аденомы простаты усиливается поступление крови к предстательной железе и половым органам, обеспечивается свободная проходимость в кровеносных сосудах. При приеме пирги увеличивается количество сперматозоид, а также будет увеличиваться их подвижность. Так, к вышеописанным половым проблемам у мужчин добавляется раннее семяизвержение. Пирга решает и эту проблему. Если лечится аденома простаты у мужчины с помощью пирги, то в первую очередь препарат восстанавливает проходимость кровеносных сосудов. Прием пирги должен осуществляться при таких заболеваниях примерно 2 или 3 раза в день. В один прием можно принимать от 2 до 4 грамм пирги. Кроме того, в то же время рекомендуется использовать и крем с прополисом, который должен вводиться в задний проход. Рецепт применения пирги при нарушениях эрекции. 16 грамм продукта утром и на ночь. Этот рецепт не только восстанавливает потенцию, но и препятствует преждевременной эякуляции. При простатите в составе комплексной терапии пирга применяется по 1 грамму утром и вечером. Это вещество улучшает проникновение лекарственных веществ к тканям простаты. Пчелиный хлеб нормализует кровообращение в органах малого таза и оказывает благотворное действие при аденоме простаты. Хорошие результаты дает лечение пчелиной пиргой при сахарном диабете. Во время курса лечения уровень сахара в крови значительно снижается и уровень потребления инсулина уменьшается. В дальнейшем есть хорошие шансы, что прием пирги поможет вам победить это заболевание и препараты с инсулином больше не понадобятся. Способ лечения: взрослым 2 чайные ложки пирги рассасывать 3 раза в день за полчаса до еды. В течение получаса не пить никакой жидкости, чтобы пирга лучше усвоилась организмом. Детям при сахарном диабете давать 0,5 чайной ложки 3 раза в день, тоже до еды за полчаса. Хорошо сочетать прием с травяными отварами из козлятника или корней лопуха. Сердечно-сосудистые заболевания. Благодаря калию нормализуется работа сердечной мышцы. Калий в виде фармацевтических препаратов неохотно усваивается организмом. Но пчелиный хлеб или пирга – продукт абсолютно естественный, в котором калий существует в связанном виде, поэтому и усваивается хорошо. В результате нормализуется сердечный ритм, улучшается липидный обмен, повышается жизненный тонус. Рецепт для приема пирги – 0,5 столовой ложки настоять, четверти стакана воды в комнатной температуре, а принимать курсом 1 месяц. А вот при нарушениях сердечного ритма залейте 0,5 столовой ложки пирги 1/4 стакана кипяченой воды. Затем необходимо настоять этот раствор 12-15 минут при комнатной температуре и выпить. Так необходимо лечиться 1 месяц. Затем сделать 2 недели перерыв и можно повторить лечение. Анемия. Для поднятия в крови уровня гемоглобина надо пить такой напиток. 0,8 литра кипяченой воды. Воду надо остудить, чтобы была слегка теплой. Растворить 50 грамм пчелиной пирги и 200 грамм натурального меда. Оставить настаиваться напиток на 2 дня. По истечении этого времени пить целебный напиток при анемии по 1/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Или принимать по 1/2 чайной ложки пирги 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Употребляя пиргу совместно с настойкой прополиса, можно справиться с диффузным зобом. Щитовидка приходит в норму, исчезает затруднение глотания, чувство сдавливания горла, плохой сон и нервозность. Если бы врачи каждому имеющему проблемы с щитовидкой рекомендовали пиргу и прополис, количество операций сократилось бы до минимума. Для лечения употребляют по 1/3 чайной ложки пирги 2 раза в день за 30 минут до еды. Усвоение пирги идет намного лучше под воздействием слюны, поэтому надо тщательно рассасывать ее во рту. Рецепты при заболеваниях нервной и эндокринной системы. Благодаря содержанию в продукте магния, который отвечает за построение работы нервной системы, препарат пирга показан при выходе из депрессии и стрессах. При эндокринных заболеваниях активируется процесс выделения инсулина поджелудочной железой. При неврозах пить по чайной ложке пирги с медом 3 раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения 2-3 недели.
Были проведены ряды клинических испытаний и исследований у детей с частыми аллергическими реакциями на продукты. Если при обнаружении аллергии ребенку давалось минимальное количество пирги, то вскоре все реакции аллергии пропадали сами по себе. 4-5 дней обычно достаточно, чтобы убрать полностью симптомы заболевания. Если у ребенка были обнаружены пищевая аллергия, то нужно давать пиргу по полграмма 3 раза в день. При сильной любви аллергологов продуктам пчеловодства пирга прекрасно помогает. При аллергических высыпаниях она самый низкоаллергенный продукт пчелиной выработки. В малых дозировках по полграмма в сутки пиргу можно давать детям с 3 лет при дерматитах. При бесплодии для наступления беременности по одной чайной ложке 2 раза в день. В период овуляции доза увеличивается вдвое. Для эффективности добавляют маточное молочко и мед. При применении продукта улучшается кровообращение в малом тазу и нормализуется функция яичников. Благотворное влияние оказывает пирга и на иммунную систему, поэтому ее рекомендуют для профилактики простудных заболеваний, гриппа, синдрома хронической усталости, для быстрого восстановления сил после длительной или тяжелой болезни. Поможет препарат и при длительной физической и умственной нагрузке. Принимать по десертной ложке 1 раз в день. Витаминный комплекс, содержащийся в пирге, хорошо помогает укрепить иммунитет. Для этого надо приготовить витаминную смесь из пирги, 15 грамм маточного молочка, 1 грамм 200 грамм меда. Хранить смесь в холодильнике в посуде из темного стекла под крышечкой. Для укрепления здоровья и иммунитета принимать по одной чайной ложке смеси натощак утром. Курс приема 1 месяц. Пиргу можно применять и при ВИЧ-инфекции. Пирга вылечить ВИЧ не может, но инфекция обычно сопровождается периодами ремиссии и обострений. В период обострения больные страдают от частых ОРВИ, бронхитов и пневмонии. Смертность при ВИЧ происходит не от самого заболевания, а от его осложнений. Чаще всего это пневмония. Пирга поможет вогнать ВИЧ в стадию ремиссии. Применять ее нужно по 60 грамм один раз в сутки на протяжении месяца. Людям с ВИЧ пиргу можно пить постоянно без перерыва. По 30 грамм в день. Нашла свое применение пирга и в лечении доброкачественных опухолей. Для того, чтобы вылечить такие доброкачественные опухоли, как фибромы и мастопатии, липомы, нужно принимать пиргу в указанных дозах. Пирга помогает доброкачественным опухолям рассосаться, и операционное вмешательство в таком случае не требуется. Для того, чтобы вылечить доброкачественную опухоль, может потребоваться несколько курсов, а один курс может составлять 3 упаковки пирги. Также нужно добавлять к лечению и пчелиное молочко. Принимать 3 раза в день по 2 или 4 грамма и один раз в день пчелиное молочко. Обычно миомы и другие доброкачественные опухоли полностью рассасываются в течение полугода, а вот липомы рассасываются того быстрее, даже застарелые липомы полностью исчезают при применении пирги. Рецепт пирги при доброкачественных опухолях. Кистозные образования на щитовидке, мастопатии, миомы – все они являются доброкачественными опухолями, но все равно врачи рекомендуют их удалять. Есть риск, что они переродятся злокачественными. Лечение пиргой во многих таких случаях помогает избежать операции. Для этого необходимо каждый день рассасывать во рту 1/3 чайной ложечки пирги. Делать это надо за полчаса до еды 2 раза в день. Курс лечения 3 месяца. За это время надо скушать в общем объеме 0,5 кг пирги. Надо сказать, что пирга оказывает очень благоприятный эффект и на беременную женщину. Не стоит бояться приема пирги. Она не навредит ребенку, а напротив, окажет самое лучшее влияние на развитие плода. Лучше всего, если вы будете принимать пчелиный хлеб не на протяжении всей беременности, а в первом и в последнем триместре. В первый триместр пирга может предотвратить выкидыши и убрать токсикозы, которые нередко мучают женщину. Что касается последнего триместра, то пирга повысит иммунитет ребенку и матери. И еще нужно сказать, что женщина после приема пирги во время беременности, после родов восстанавливается намного быстрее, чем любая другая роженица, даже если роды были достаточно тяжелыми. А еще пирга сильно влияет на лактации молодой матери. Пиргу в таких случаях рекомендуют принимать по грамму или даже 2 граммам один раз в день. В пирге содержатся стерины, преобразующиеся в организме человека витамин D или кальциферол, необходимый в частности для выработки гормона, ответственного за формирование и прочность костей. При употреблении 1,5-2 граммов пирги в день человек может полностью удовлетворить свою потребность в этом витамине и тем самым укрепить мышцы и кости. Особенно это важно для пожилых людей, у которых хрупкость костей увеличена.
При алкогольной интоксикации и в неврологии продукт в больших дозах до 60 грамм в сутки способен избавить от абстинентного синдрома при алкоголизме и наркомании. При нервозности и хронических стрессах прием пчелиного хлеба по 3 грамма утром натощак поможет нормализовать душевное равновесие. В комплексе с нейролептиками и антипсихотическими препаратами перга усилит их действие и уменьшит частоту побочных эффектов. Пчелиный хлеб улучшает проникновение веществ к органам и тканям, снижает риск побочных эффектов и оздоравливает организм. При ожирении применение пчелиного хлеба стимулирует обмен веществ, так как этот продукт природный энергетик. Он повышает двигательную активность, за счет этого сжигается много калорий. Пчелиный хлеб отбивает тягу к сладкой и высококалорийной пище. Для приготовления лекарства для похудения берут 1 литр воды, 50 грамм перги и 200 грамм меда. Ингредиенты смешивают и оставляют смесь на 3 дня. Пить по одному стакану настоя перед едой. Курс длительный. Кусочки перги вместе с остатками воска и сот охлаждает и измельчает с помощью толкушки. Затем добавляет жидкий мед, равное количество. Смесь лучше перемешать блендером. Применение пчелиной перги с медом помогает при псориазе, ожогах, ранах, в том числе гнойных и любых других кожных заболеваниях. Нанести смесь на место поражения и оставить до максимального впитывания. При ожогах место нанесения смеси закрывает стерильной повязкой и оставляет на 12 часов. Кроме того, перга вообще способна излечить от многих кожных заболеваний. К примеру, перга способна лечить такие сложные кожные заболевания, как псориаз и герпес, нейродерматит и экзему. В таких случаях пергу назначают больному по 4 грамма 4 раза в день. А еще нужно принимать крем с прополисом или же небольшим добавлением перги на все пораженные участки тела. Лечение пергой может быть и при сильной угревой сыпи. В таком случае пергу принимает и вовнутрь, и наружно. Также полезно протирать 2 раза в день лицо настойкой прополиса на спирту. Как все мы знаем, пчеловоды, которые имеют прямой доступ к перге, долгое время остаются молодыми и сильными. Здоровье – это еще не все. Люди, потребляющие пергу, остаются в своем уме до глубокой старости. Установлено, что перга благотворно влияет на рост волос, уничтожает перхоть. Для этого можно воспользоваться следующим рецептом. 1 столовую ложку перги растирает в ступке, добавляет 1 стакан воды, перемешивает, полученным экстрактом ополаскивает волосы. А вот для укрепления зубов и десен полезно жевать заброс. Заброс – это вещество, которым пчелы закрывают свои соты с медом. В нем много полезных элементов, среди них перга и пыльца. Заболевания, связанные с зубами, хорошо проходят, если каждый день жевать чайную ложку этого целебного средства. Жевать заброс можно до 3 раз в день. Такое простое лечение очень эффективно. Десны перестают кровоточить, и состояние зубов значительно улучшается. Для красоты кожи берем 1/2 столовой ложки перги, смешиваем с таким же количеством меда, можно добавить молоко для уменьшения густоты. Состав наносится на кожу и выдерживается в течение 30 минут. Сухая и проблемная кожа – идеальная база для этой маски. А вот следующая косметическая маска сделает вашу кожу необыкновенно красивой, бархатистой, гладкой и просто сияющей. Запоминайте состав. Перга 50 грамм, мед 50 грамм, прополис 5 грамм. Смешиваем все компоненты маски, берем 1 чайную ложку состава, немного разводим теплой водой и наносим маску на кожу лица и область декольте. Держим маску 30 минут, затем смываем теплой водичкой и наносим крем, которым вы обычно пользуетесь. Хороший эффект на кожу оказывает прием перги внутрь по чайной ложечке 2-3 раза в день. Еще один рецепт маски для кожи. 2 столовые ложки меда, 1 желток, 1 столовая ложка творога, 1-2 столовые ложки свежей перги. Тщательно размешиваем до однородного состояния и накладываем на вымытую кожу лица. Маску держим 25 минут, после чего необходимо смыть теплой водой. Маска для волос из перги. Столовую ложку перги разотрите желтком, затем к получившейся массе добавьте немного молока. В итоге у вас должна получиться смесь по консистенции близкой к негустой сметане. Нанесите ее сначала на корни, а потом распределите по прядям. Оберните волосы полиэтиленом и укутайте полотенцем. Выдержите маску 1/2 часа, а потом промойте пряди проточной водой.
Укрепить волосы и улучшить их рост, избавиться от перхоти, помогут полоскания с перги. Одну столовую ложку перги растираем в ступке до порошка, добавляем стакан теплой перекипяченной воды. Эту смесь наносим на волосы, а затем промываем водой.